Я уточнил. Вот теперь можно... Так, можно поближе, если плохо видно. Ну, мне плохо. Экран не... А мне в очках видно. Ну, ты в очках. А, я смотрю. Смотри. А что, она вот здесь? Сейчас, не могу. Что, кого у нас сейчас в итоге? Сейчас точно, минут 40. А кого четвертого у нас не будет в итоге? Кнопку все. Вот эту руку. Это ваши конты. Можете еще поднимать. Я третий, значит. Короче, этот голос будет раздражать, как он много не... Что, у нас Тарфейля в итоге нет? А мы на скайпе. Алло, Сильвусен. Дружба решает. По-классическому. Да, а у них как-то сил, у них как-то вот это удар, это тоже. Получается, нельзя так собирать. Конкретно. Ты майк или как у него? Любитель писать. Здесь не что-то. Это как там что-то? А, все, я понял. Что, качество вот она, я просто бы знал бы, Саня, с работы бы пошел бы, домой поел бы и потом бы все пришел. Слушай, я сам не знал, честно. В итоге, если бы доширак поел, как и надо было поесть нормально. Ну, ты хотел делать опять? Да. Или куда-то? Или я просто пропустил ее сегодня? О, ну, не, я не так думал. Не пара анализатора где-то было. А, вот, да. А я просто как-то вообще про это не знал, я что-то типа Тёмыч узнал все время типа. Как факт. Ну, это Михаил. Да. А, точно. Это волосы? Да. Сюда, брат. А нет, через Москву. Потом перевели, потом давай. Давай точно. А ты там? Куда? Посоветовал. Ну так чисто. О, так нам тебе эту скидочку. Да. Сейчас мы делаем. Она у нас с собой. А, все, что запомнил. Ну, шипе лежит. Но только в августе ее можно использовать. Да, мы его тут не хватит. Ага, вот четвертый. Это самый красный стейк. Ну, это стейк. Я купил его, тебе тюнечку и победил, когда вас не было. Сходи по трубе. Да, да, да. Тут не раздолбать. Вот где-то минут 40. Он уже красный. Чего вот так? Когда я турнир его проходил, приходил, прям уворачивался, старался. А тут не втроем просто. Середин. Полный сборник Кукая должен быть. И полный сборник
Бен Полуэр. Чего общаешься? Че, знаете, ты по-любому теперь не посмотрел этих 90 процентов, да? Не, ну, как бы я его раньше-то видел. Ты же говоришь, вообще не смотрел. Нет, я не говорил, что его не смотрел. Я тебе говорил, что его полностью не смотрел. И по сюжету я не смотрел. Просто да, я его видел. Ну, я недавно его начал посмотреть заново. Прямо сначала ты прям полностью. И пролагаешь сюжет. Правда, не представляю, если человек первый раз смотрит, ну, типа, скажет, что я, типа, шляпа, потому что, ну, адекватно, типа, там есть минусы. Да, я сейчас начинаю смотреть спустя время, я смотрю, блин, как вообще раньше мы смотрели где-то, хотя, я не знаю, мне этот мультик очень нравится. Не, понятно, и причем в Пауку есть вот два нормальных сериала, где развитие персонажей, вот, ну, причем в Пауку, где не совсем какой сюжет. Это вот 90-х годов, 2007-го, два нормальных сериала. 2007-го, я помню, 2008-го. Ну это там хочешь два сезона, но там знаешь, от кого человек паук? Удивительный совершенно. Да, как по-моему, городе еще паук называется. Русская локализация, по-моему. Ну это, короче, даже не знаю, как тебе объяснить. 2008 год, если коротко, там два сезона, и там главное знаменитая еще паука, а это Гвен именно. А не Мэри Джейн, но Гвен. Та вариация. Не смотрел? Это второй нормальный чек, мультиратричка паука, именно второй нормальный. Самый внятный сюжет это не стыдный. Не слишком юмористический, а именно более-менее серьезный. Я понял, но нет, я не видел. И где еще развитие персонажа? А, нет, русская локализация прибыльно мы называли. Новое приключение Человека-паука, прям по-моему, Градион, если бы называется. Я, короче, разобрался, как прочитать комиксы Ultimate Spider-Man. А, Ultimate я частично читал в детстве. Вот. Я разобрался, как его прочитать. Там всего 200 выпусков. Но как бы понятно, все четко понятно. И хотя бы можно получить в каком-то сборнике. А вот Amazing Spider-Man, я вообще не знаю, как прочитать. Ты 50-х годов собрался читать, да? Да, ну, я и так уже самый первый выпуск, самый первый выпуск Человека-паука я уже читал. Причем я писал. Первого там как раз, по-моему, было. Удивительное прочитание. Там же грим был самый первый. Там первое появление Человека-паука было главное, где гриф был в деревяне. Там не было злодея, самое первое появление Человека-паука. В принципе, в комиксе. То есть, это удивительная фэнтези, 15-й выпуск. Там прям рассказывается. 63-й какой-то был? 63-й. Да. Вообще, ну, гад, что помню. Там вот. Но я говорю, что первого злодея был гриф, насколько я помню. Давайте обсуждать Черепашу. Я по Черепашу немножко включаю. Вот, и собственно, я посмотрел то, что угадать. Серия Amazing Spider-Man, она идет до 700-го выпуска. Но это ладно, мелочи. Я найти нигде в сборниках не могу. Хотя сейчас вышел Удивительный Spider-Man, получается, классика. Две книги вышло сейчас, и, ну, в общей сумме 20 выпусков. С первым 10, на втором 10. Ничего так как-то мне это, ну, ни разу не симпатизирует. Я хочу полный какой-нибудь сборник. Есть сборник. А, там же дальше. Вселенная Марвел обновляли каждый раз это все. И нумерация обнулялась. Ну да. То есть там есть первый том третьего тома Удивительного Человека-паука, в который входит 500 какой-то там выпуск. И я вот, если до 700-го смотреть, который сейчас, например, такой раз выходит, Человек-паук Новый день. Их 4 тома, то есть 1, 2, 3, 4, потом идет еще какой-то том, потом идет выпуск 2 тома, потом еще какая-то книга идет. И это почти 100 выпусков. С 546-го, 646-го. Типа они вот теперь... Остальные-то где мне взять, я не понимаю. Вернее, сканы почитать. А что мне сканы-то? Я их вживую дома хочу посмотреть. Я могу сканы почитать. Я, кстати, еще купить хочу. Я за 10 годы только сканы читаю, я ничего не покупаю. Я хочу, чтобы они у меня на полочке стояли. Я не люблю чуть-чуть. Я в свое время, у меня брат был повезел, у меня все комиксы, которые были с нулевых, просто взяли и выкинули. У меня в итоге сейчас ни одного комикса нету. Прям штуки, которые в нулевые были выпущены в России. А у тебя комиксы, наверное, журналы? Ну, там нет. Полноценные комиксы, говоря, а у Ultimate у меня было несколько комиксов. Нет, я понял. Мне сейчас жалко, что я вообще выкинул. Нет, журналы не в смысле, журналы, которые... Отдельные русские. Ну, так они... Это не ongoing там никакие. Я понял. И они называются сингл, по-другому они называются, ну, тоже. Я знаю, какой сингл, ну, я просто говорю одиночный. Я понял. Ну, по-другому тоже, как бы, они пишутся журналом. Журнал.
Ну, честно, я даже сейчас не особо интересуюсь, вот такие старые смотреть. Проще, я помню, сканы, помню, смотрел гражданской войны, типа, это где вот, по которым потом был фильм-то снят, по которому тема. Противостоял, гражданская война, правда, не вот так мне прям нравилось. То есть там прям очень хорошо переведено на русском, в интернете еще можно сказать. У меня была гражданская война дома, но я недавно узнал, а я тогда еще знал, но я не разбирался еще. То есть, помимо... Короче, как у нас есть? У нас есть глобальные события, то есть это гражданская война. А в глобальных событиях есть таины. А таин — это, короче... Таины не знал. Вот. Допустим, у нас есть линейка удивительный спайдер... Ну, Amazing Spider-Man, да? Вот он идет, и где-то в 500 каком-то выпуске начинается гражданская война. Таин — это то, что происходит в удивительном Человеке-пауке, но при этом это происходит в глобальных событиях. То есть посередине его основного сюжета. И есть отдельная книга «Гражданская война. Удивительный Человек-паук». То есть там все выпуски по гражданской войне в период... Точнее, все выпуски по удивительному Человеку-пауку в период гражданской войны. Именно по удивительному Человеку-пауку. Ну, это примерно. Вот, и так, короче, есть со всеми. Так есть про Железного Человека, про Америку, про Людей Икс, про всех. Ну, это слишком, может быть, хардкорным фанатом. Я это конкретно просмотрел часы гражданскую войну, вот сколько там было выпусков, где они закончились тем, что когда Америка села в Крыму. Вот это я на этом закончил. Ну, у меня была гражданская война, я ее читал, но это просто гражданка. А чтобы полностью понимать гражданку, надо почитать про каждого персонажа. Ну, Я в общем могу в интернете обзор на эту тему почитать, никого понятно. Чтобы чтение. А если какие-то глобальные выпуски, почему-то то дайте, а почитайте смысл. И то не покупайте, а можно. Я хочу познакомиться с Secret Wars. То есть я ничего про Secret Wars не знаю. То есть я знаю «Война бесконечности», потому что нашумевшая. Что, готовишься к секретным войнам, которые в кино выйдут через пару лет? Они что, выйдут? Так про них уже давно говорят, что их собираются... Но при этом, по-моему, по комиксам там уже раньше, это первое глобальное событие в Марвел. Там просто... Нет, у них, как бы сказать, у них там просто насобираются как раз персонажи постепенно, чтобы секретные войны организовать постепенно. Всех этих антигероев собрать со всех фильмов. А, понял. Они сейчас постепенно копятся, просто видишь, про них подзабудем, ко многим будет там. Например, до сих пор я забыл, как зовут этого призрака, а девушка-призрака с чувака муравей 2, например. Ее, например, могут... Ой, я не смотрел «Человек-муравей 2», я понял. А, то есть что, даже не в теме во всех фильмах, там как бы... «Человек-муравей отца» я не смотрел. Ну, фильм, на самом деле, слабоватый, но это чтобы чисто быть в курсе событий перед... перед «Мстителями финал». Просто, знаешь, я их надо смотреть все, чтобы быть в теме. Ну, смотри, но насколько мне известно, «Война бесконечности» в комиксах пошла после «Секретных войн». Так? Ну, я вот это тебе не могу сказать. По-моему, «Секретные войны» — это было первое глобальное событие в Марвел. Нет, ты учитываешь, что фильмы-то выпускаются не по принципу, типа как в комиксах, а по я принципу, она такие интересные арки адаптируют просто. Ну да. Вот, ну как бы, не знаю. Я, кстати, помню, как гражданскую войну фильм смотрел, я просто сразу думал, блин, там такой хороший размах в комиксах по персонажам, а тут такое ограниченное количество персонажей. Я посмотрел фильм, я такой, вау, классно, а потом начал смотреть, а потом, когда стал читать комикс, я еще офигел. А я в обратном порядке, я расправился, ну, фильм-то мне понравился, просто там все более тухло, так сказать. Это как, блин, про что-то такое слышал, то, что надо сначала... Не помню, что конкретно. Ну, короче, локализация всегда... Ну, то есть, фильм всегда хуже... Ну, слушай, в комиксах все персонажи были уже давно изначально показаны, а в фильмах это еще не было скрещено, поэтому, ну, нормально. Не, просто... Вот если бы гражданская война была после... Войны бесконечности. Вот тогда бы там героев было. Не, на самом деле, знаешь, на самом деле гражданская война показала, что вот они там хоть какую-то предысторию конфликта создали постепенно, это хоть как-то. А вот как создали Лигу справедливости в торопях, типа, кому, типа только появился фильм про Супермена, потом про Супермена и тут же Лига справедливости сразу эти фильмы. То есть, женщина потом вышла, кстати. То есть они так торопились Марвел, да, знаешь, что они просто, ну. Короче, трешак создали. Ну, короче, они трешак создали. Непродуманно, короче. Хотя, ну, короче, в том, что вот надо постепенно подводить таким картой. Фильм по Флэшу. Он же... А, он после Лиги Справедливости. Да, у них просто каждый день на прочей вселенной, что они там 10 раз переделали, что я вообще не знаю, что это будет. Ты, слушай, кстати, Снайдер-ка смотрел? А? Снайдер-ка смотрел? Ну, короче, это как изначально фильм должен был выглядеть, его уже выпустили Снайдер-ка, типа,
Как не порезали, вышел, там почему-то либо справедливость у бога, которая всем не понравилась. То есть у него изначально хотя бы сюжет был более продуманный, более логичный у режиссера. Потом его фильм порезали, вышел полный какой-то бред, по-моему, вышел. То есть там сейчас просто у них там полный штреш у DC, там, поэтому вообще не понятно, что у них происходит. Я у них хотя бы старался почти все фильмы. Ну, я с DC вообще, не знаю, я не хочу сейчас с DC особенно. С комиксами, да, с фильмами что-то как-то не знаю. Не, у них, я говорю, вся киноклена дырявая, а я у них только мечтаю, у них только мультсериалы заложить. Ну, у DC интересные эти мультфильмы полнометражные. Допустим, тот же Flashpoint. Не смотрел. Мне очень понравился Flashpoint. Только, знаешь, он, кстати, жестковатый такой. Я говорю, знаешь, что про комиксы? А еще, ну, комиксы, собственно. Ну, я не знаю, я, в принципе, как-то вселенная DC не так. Это интересный момент. В свое время Лига Справедливости была первая, а потом Мстители — это как копия Лиги Справедливости в комиксах сначала была. А в итоге Мстители — это намного лучше Лиги Справедливости вышли. И мультсериал про Лигу Справедливости, как раз был, который в свое время популярный, он был раньше, чем про Мстители выходили сериалы. Ну, если про Лигу Справедливости, конечно, смотрел мультсериал, то ПСТС раньше показывает, просто там чуть-чуть. Смотрел. Вот, ну, чисто одиночными сериями. Я помню. Ты помнишь? Ну, это не за меня. Это мне мама, наверное, звонит. Давай защищать левого дома. Защищать. Да. А чё? Давайте уже это. Так, я еще хочу... Хочу книжки по черепашке почитать. У меня дома лежат, короче, не помню, книг 8, наверное, и то не все. И одна из этих книг называется... Куфлять, ты видел куфлять? Нет, нет. Вот, короче, одна из книг, одна из первых, которые я почитал по черепашке, называется «Черепашка-ниндзя и Бэтмен». Вот тут я вообще чуть не выпал, когда... Да, это какие красоты, наверное. Еще есть Мстители против Нинго. А еще есть DC против Марвела. Не, ну ладно, ну Черепашки против Бэтмена. А есть первая книга. Бэтмен и Черепашки Ниндзя. Вот это там вообще. Их первое появление. Еще есть Лего Бэтмен, еще мы весь максимал. И Бэтмен Черепашки. Вот, кстати, да, мне вот это вот очень понравилось, черепашки в армии. Я, короче, помню, какой-то мультсериал, где попал рейнджер и встретились с черепашками. Ну, вот так. Там бомбу кидают. А, камикадзе? Камикадзе. Короче, у меня 79 жизней осталось, или сколько осталось жизней? 179. А, да, не знаю. А, это, видимо, у меня убитых врагов меньше. 79 убитых врагов. А, я меньше всех попал. Есть палка? Да. Да, да, я постоянно куда-то отвлекаюсь и смотрю, какой-то будет сейчас. Да, они вот все зеленые, они по цвету одинаковые. Нет, по цвету. Черепашки? Настройки по цвету черепашек. Блин, ну нормальные парни вырвались вперед, если я так... Я так, да. Да, более насыщенный должен быть. Донни, он более такой... Как бы обидеть, да, ладно, что ты типа... Обидеть сейчас. Из экрана тебя ударит. Что-то между... Что-то между ненасыщенным и неводным. Я знаю, хоть другой зеленый, другой. Какой были переходящие шоу? Да. Старт. Короче, ну что тебе нравится? Ну, мне нравится. Ого. Что, мы идем? Мы не идем. Вот и Вертолёт. Опять же, да. Там-то.
Во-вторых, от меня сейчас это помощь. Но есть нужно что-то помочь? Я говорю, нет, не надо сейчас тут помочь. Йо! Поиграть не можем. Самый скорость не может. Вот как еще вот сказать, что мне надо сейчас? Нет, пришел рано. Найду. А что, как, сначала арканы? Или сначала черепашки? Я бы, не знаю, я бы закончил с некой черепашкой, потому что я... Ну, всегда буду сюда приехать. А? Всегда буду сюда приехать. Потому что как-то... Да, даже комнаты собирал. Вот знаешь, конкретно вот сюда. Вертолет можно сбить. Вертолет или прыжком? Привет, я сбил. Даже в комнате стараюсь собирать, знаешь, больше линий, да. Не, как, знаешь, тут, там, тут вся она тяжелая. Да, и я еще и комнаты сразу вспомнил. Онлайн нет? Нет, омнибусы. Омнибусы, абсолюты, но абсолютов нет на русском языке. А хранители не являются абсолютами. Мотивация английский подучить. Да, мотивация подучить английский. Но... Я числа на английском. Вообще сериалы и комиксы на английском считаются самым главным. Ну, это не так. Будем ли это сравнивать? Почти то же самое, но здесь уже порт. А у тебя какой джин? Слушай, а есть игра на аркадный автомат? Раньше. Было бы, кстати, классно, если была такая игруха в русском мультике. Я вот поиграл. Я думаю, кто-нибудь дорог уже придумал. Напишу, а нет? А, нет. Японская стилистика, это то, что американских фильмов.
Нет, фильм-то американский, это уже, они же американские версия, там, а там изначально они чисто такая азиатская стилистика там было много. А Sonic X тоже не понятен? Никто не интересовался, но скорее всего. Ну, что-то азиатское, видно, что хотел. А Sonic, который... Просто Sonic, как сериал называется, раньше. Там еще не было вот этих вот всех... Дэйми Роуз не было, там, короче... Наклзу называли костяшки, там, короче, из всех привычных... Не знаю, вообще, не персонажей. Там был только Sonic, Tails и... Наклз. А все остальные, там доктор, работник был. Ну, короче, ты это все смотришь, так переживал. Там еще Sonic ел хот-дог постоянно. И он на всякое ускорение, горение и убегал с огнем. Ну вот, я только из мультика знаю, по-моему. Че, кстати? Там как это звали у Sonic этого усатого очка все? Работник. Это не все. Ты реально работник? Где этот снежный уровень? Прикольный. Ой, снежный. Когда... Там еще надо было сломать. Блин, Дэнди даже в том... Ну ты сравнил Дэнди как бы чисто домой, а как на автоматах, ну, как на автоматах. Я понимаю, что здесь мужчины должны быть больше, но... Опа-опа-опа. Я вторая попал. Что зависит? Тут очень много. Блин, есть? Давайте всех быстрее. Да куда вы прыгаете? Ну, вперед прыгнуть немножко. Надо этих не прыгнуть. Вот. Ну, просто побивайте, что я могу. А лучше их не трогай. Я охраняю. Это защита. Да. Нечестно. Называется только для хороших ребят, да? Это, короче, синдром штурмовика наоборот называется. Ты не курсишь человека синдром штурмовика? Нет. А, звездный хойнер. Что звездный хойнер сваться? Ну, если коротко, типа, всякий раз, когда хорошие парни попадают в ситуацию, где много врагов, а их мало, враги начинают какие-то дилетантские ошибки совершать. 2 метров не могут цель попасть. В этой типа идет синдром штурмовика. Вот, тогда, по-моему, мне не понравилось. А, она же снимает камеру из звука. Ух ты, ух ты. Что за... Вау! Погнали. Блин, у меня там 2 раза полбит. Вот, когда съел, с ним просто съел, не сглаживался.
Так. Ну-ка, сушки, подопись. Может, какой-то эффект. Ну, а где раньше нас этот раз? Ой, это трек? Да. Он, кстати, здесь, по-моему, легче, чем там, да? Я не слышу, как мы его пьем. Ну, понять не могу, это подряд или нет. Главное, еще скала, шкала жизни. Ну, что-то они здесь все, знаешь? Ни хера сильные. А как его понимать? Ну, не сам понимаю. Нет, в том плане, что они отбиваются. Они отбиваются просто удар за ударом. Кто стоит? Дификл. Жалой ловим. Вот ты. Не знаю, а новое есть. Да, мы вышли. Да я как будто не слежу за это. Черепашки. Какие же там? Боюсь, что те же персонажи прозвучал обновлено. Ну, слушай, раньше был только один крэнк. Потом по перезапуску черепашек с 2003 года. Там не было крэнков, там были утром. Отдельная цивилизация. Я тебе вообще не знаю. Ну, это который с 2003 мультик выпускался. Я его, по-моему, не смотрел. Стокман с роботами был. Я не настолько пошарен. Шреддер был самый главный. Для меня сейчас Шреддер и крэнк весь год. Вот этот, который один. Вот цветной. Шреддер, короче, он там всегда будет главный. А здесь главный как бы Шреддер, но как бы Крэн. Вот. Я тебя считаю главным. Потом, я не парился. Потом вышел мультик в 12-м году по черепахам. Там уже, короче, были главные Крэнги. Они чисто прям как инопланетяне были. И были отдельно главные Шреддер. Чисто своя банда. И они все между собой, короче, собачились. И все хотели черепахи. Знаешь, на что это похоже? Помнишь мультик в 2007 выходил по черепашек ниндзя? Я знаю, вот полнометражку там. Да, полнометражка, где сюжет идет после победы над Шреддером. Да. Я вот ничего еще никогда не говорил, он говорит, не знаю, что это за. Там с каменными монстрами, где генерала Кейл, Агила. Вот, я помню. Бессмертный, там вот это. Вот, я про бессмертного помню. Который 3000 лет прожил, как вызывает. Хочешь его умереть. А черепашки ему не мешает дальше, ведь он просто хочет еще умереть. Даже в игре есть. А игру, хоть и чем, по-моему, на PSP проходил, если на память нет. Ты можешь, но я ее точно прошел на PSP, она не вышла. Я ее прошел на компе, она не вышла. Хотя, по-моему, раньше она прям вообще... Вот, она 2007 года. Как же, как мультик. Мне игруха очень понравилась, мне саундтреки сейчас туда нравятся. То есть я даже сейчас сижу, рисую, просто слушаю музыку. Ребята, что там кайфовые треки? То есть, Сань, Доктора Стрэнджа посмотрел? Нет. Он же в качестве интернета все еще есть. Нет. Я, видишь, я на Мстителях, во-первых, сейчас остановился, я же пересматриваю всю киновселенную. Наконец-то посмотришь... В смысле, наконец-то? Муравья посмотришь, наконец-то. Я видел всю это настоящее. Я видел всю киновселенную Марвел. Но на тот момент, когда я смотрел... Это Марвел Интегральный. На тот момент, когда я смотрел, я не был. Потом я его найти не смог. И смотрел «Войну бесконечной». А, не вообще. Его найти ты невозможно взял? На тот момент я его найти не мог. Я еще раз говорю. Я, допустим, фильм «Джокер» нашел только на одном сайте. Я не могу найти «Лигу справедливости» Флэша, потому что везде платно все. Я не могу найти фильм. Я на все люди смотрю. Я Google не люблю, я в Яндексе все еще. Ну так я говорю, в Яндексе пиратская все нормально, в Гугле пиратская баня. Так я в Яндексе смотрел. Фиг знает. Мне Google вообще ничего не купил. Фиг знает, как ты так плохо ищешь. Все за 3 секунды ищешь. Че? Что ли? Или у меня есть ты? Ну мне ищем заняться. А? Ну мне это ищем заняться, мне прищепь работать. Сейчас я пойду. Сейчас, что ли?